Ангельский храм деревенский. Какая красота. Ну просто у нас. Красиво. Простенько. Все здесь пожертвовано простыми людьми. Все от Паникодила, иконостас. Простые люди жертвуют, на иконы, на все. То есть не какие-то там богатые люди, а простой народ. Все собираем. Вот наш крест был обрезан напополам, вот так вот. Это еще советское время, обрезан его, вот так вот. На четыре части. И вот мы его восстановили. 5 лет, наверное, назад. Да, 5 лет. Вот сделали, писали заново. У нас такой воскрес, если из него мы дали ему вторую жизнь. О, Христос.